Они поют, танцуют, читают стихи, рассказывают сказки, воспитывают детей и в один голос говорят, что очень счастливы. 14 многодетных семей из всех 14 регионов Приволжского федерального округа приехали в Чебоксары на конкурс «Успешная семья». На вопрос, достаточно ли для счастья материального благополучия, здесь говорят, что нет. Показать на сцене визитку, самодеятельный номер, рассказать о своем регионе – нехитрое испытание. Но именно так можно понять, что кроется на самом деле за этим беспечным весельем. Только по-настоящему сплоченная семья под руководством талантливых, а главное – любящих и заботливых мамы и папы способна на такое. Примите наш низкий поклон от семьи Мещеряковых и всего Ковылкинского района Республики Мордовия! В семье Мещеряковых из Мордовии 10 детей. Светлана и Виктор не делят их на своих и чужих. Хочется, чтобы они выросли, вот чтобы вот пошли бы по тропиночке, а там бы не ухабинки. Чтобы вот упали, а там уже соломочка. Чтобы гроза прогремела, а здесь уже зонтик.